от графического планшета есть такая вот штука, понял, палочка такая, она на ней просто управляет. Куда кого Ну, лететь, Джек? Нет, не лети, куда лети. лететь, куда лететь? Завод Крат. Направо, по прямой летим, нет, ты... Вам Ну-ка, еще на нем добираться домой. только не садись на землю. Блин, я вспоминаю Мильпопс, это ты хочу покушать. Направо, ты что, дебил? Направо, Кать, направо, направо, Я не развернись. знаю, как поворачиваться. Направо, понял. Сядь на крышу, пожалуйста, только не убей никого. На Q и на вообще, на Q поворачивают, и на Е. О, видишь, видишь, получилось. А теперь все, глуши мотор, глуши, 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 глуши. Нет, Лучше мы глуши. упадем. Нет, Еще ты секунду, можешь потом глуши, включить. глуши. Включай, 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 Ору, ору! Разбились. Не, мы вроде даже живы, прикинь. Катя. Так, пожалуйста, Катя, сядь на пассажирку Каргабоба. По-братски. Прошу, просто умоляю. Не будь пчелкой, сядь позже. Да. Ой. Ой, Катя, иди сюда, Катя, 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 прошу иду, тебя, иду, иду. На Не, она пассажирку. сама потухает. Нормально прилетали, да, Богдан? Классно, а что тут? А, это второй вертолет. Я думал, Я в тупике. И мы. Ну как можно было заблудиться среди трех сосен? Три сосны это много, если среди двух она не потерялась. Катя, ты идешь или нет? Да я заблудилась. Вернись к выходу. К какому выходу? Мы ко входу приземлились. Ну, ко входу. Мы вообще приземлились среди завода, потому что глуши мотор, это означает падение. Богдан, ну смотри. тебя не прыгает? Я бегу. А чё, Лёх, дела-то как? Ага, пчелка, жаль, что у тебя просто... Ну, как бы да. Просто порхай, как пчелка, жаль, что у тебя... Ты понял, что там. Помогите. Бог поможет. Бог поможет, Катя, ты возле верта? Катя, подохелп. Катя, стой. Катя, не ты гони. Подохелп. Нет, сейчас. Просто порхай, как пчелка, жаль, что у тебя... Катя, зачем ты свой подохелп? Ой, боже. Я застряла. Ну ладно. Где? Тут негде застрять, Кать, тут боже, негде. Боже, они... боже, боже, Катя. Ты меня видишь. Катя, беги назад. Катя, беги назад. Боже, я Катя. Прям перед тобой. Как ты можешь быть передо мной? Я тебя да вижу. Вот он. Катя, где? Я наверху, какой беги избудь? Назад. Какой избудь? Катя. Ты, ты, Катя. Ты. Бегу, 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 Катя. И чё, чё, Катя, беги назад. Беги, бегу, беги, бегу. Беги. Это не я. И чё? Это ты был. Беги, бегу. Катя, короче, этот, зажги костер, мы просто дым увидим. Общаемся. Так я подохал, пкинул. Да это не костер, ты костер зажигай, как эти индианцы, древние, давние. Я сейчас по лестнице поднимусь. Ёп! Во! Впал. Вдруг упал. Привет, Лёх. Хочешь прикол покажу? Лёх. Прикол хочешь? Давай. Знаешь, что я буду делать на РПшке? Я твою мать выебу. Давай! Это я уже сегодня четвертый раз слышу. Пожалуйста, спуститесь все сюда. Давайте Лёша заразим. Просто четвертый раз это уже слышу. Дай мне ФБР. Подоставляет на инспектора мамка едов. Кто маму ел, признавай? Кто мать продал? Не понял. Я. Стоять. Может, залезем в кузов? Может. Ты туда не залезешь. Я не залезу. Лёха, его шатает. Ты что там с Лёхой делаешь, алло? Я его шатает. Там Лёха, по-моему, этот. Тихо, тихо, тихо. Катя, беги. Это уже 20-й раз, когда я пытаюсь сделать. Я застрял. Лёна живая стоит. Что померла молодая? Опа. Нормальный фейерверк. Красивый. Обратно. А, правда... а чья эта рука вылетела? Катя, ты где? Больница. Какой? Мне кажется, что... Так, парни, дубль два. Один человек со мной. Сейчас, нет, 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 Тадео, 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 я только тебе доверяю. Сейчас, подожди. Ой. Андрей.
Лети за Катей. Да я уже сама. Сейчас всё. Какой-то Магикар я в чат писал. Покакала. Сейчас. Смотри, сейчас Каргабо появится, ты мне будешь должен 5000 рублей. Я доверяю только Тадео и взял Кириту Магикар. Чем? Че ты говоришь, Бать? Ничего. Доверяешь Кириту Маджикату? Кто такой Алессандро де Росси? Да. Кто это? Да. Привет. А, ну, конечно, когда я прошу, чтобы мне велосипед выдали, когда я нахожусь в Харькове. Этот... Понял, дайте мне гвард, пожалуйста. Долгоните гвард по-братски. А вы дайте. Можно меня сейчас забанить? Киньте меня под охрану. Да, конечно, можно. Да. На кассе, брат. Не, за что? Сядьте кто-то, пожалуйста. Один Маверик, другой вы. Богдан, это... полетели с тобой в Маверике, мы друзья. Поехали. Я правда, лицензии водителя нет. Тадео, садись сюда. Нет, Магикат, идешь за мной. Все, прошу больше, тебя, больше. Все, не используй наркоту. Хорошо, брат. А я что делаю? Спать не. Секунду, дайте... Лёша настроится. Может, еще раз взорвём? Давай. Сядь в Маверик, придурок. Так что мне там делать, если я напомню? Садись, чтобы он не зареспался. Я его прогрел уже, он не зареспается. Свой мозг бы лучше прогрел. Тихо, там сейчас эти тыкусы стопы, а у меня маска мешает, все, не дам ничего. Давай я его солью. Давай. Ха. Не надо, брат, нас же в двоих убьют просто. Чего ты кругами бегаешь? Что мне делать? У тебя друзей. Че? Да я пытаюсь понять, а кто такой Алессандро де Росси? Вы знаете его? Чего какой? Чего ты меня стреляешь, падла? Он меня знает откуда и очень хорошо. Это мафиози, по-моему. Да. А какое у него имя реальное? Та, откуда Александра. Все, иди оттуда. Я тоже его откуда-то знаю. Я его не знаю, кто это вообще такой. Я на сервере 2 дня играл. Не, на сервере я на туре меньше месяца играю. Он у меня был печенькой в мафии, скорее всего. Подождите, тут кое-кому пизды не будет. Понял. Беги, Саня, беги, дурачок. У него такой безнадежный голос, ну просто беги, чел. Какой ку? Тебе помочь? Да, брат, помоги, брат. Чё ты там лежишь, алло, вставай. Ах ты урод. Не может больно? Ну всё. Сам встал, я понял тебя. Блять, не гор... Лёха, что мы делать-то будем? И спать пошёл, Лёха, нет, да? Нет. Не стреляй, ещё в больницу не еду. Нет, ну потом обратно вместе с Катей приедешь. Ну, нарпаком. Кто? Ты знаешь всех девушек из Сампо. Это только мои близкие друзья знают. Сука, кто же, блядь? Чего? Бросай мне наргоз, я тебе говорю, мне сердце плохо. Богдан, ты посмотри про то, что происходит сейчас. Наши ночи в Майнкрафте, а так... Эх, наши ночи в Майнкрафте, а я так далеко. Кого? Сука, как у меня... Наши ночи в Майнкрафте. В твоем списке друзей, а я так далеко. Чего? Я пытаюсь вспомнить, с кем я играл в Майнкрафт. С девушкой, которая еще играет сам, перешел на голд. Который еще был лидером ФБР. Блядь. Боже. Гребнев? Девушка, Гребнев! Ты серьезно? Ты просто убежишь. Стоп, кто из Крокобоба вышел? У меня проблема, меня заковали в наручники. Лёша. Да, Лёша, не слушай. Это нарпаков. Выпути, от пути. Да ты уже назвал меня, но я обижен. Лёш, мы РПшку делаем, либо что, или ты... Да, сейчас будет РПшка. Да?
Да, я пытаюсь бессидировать. Я потерялась. Не забирайте. Джек, мне, пожалуйста, сними наручники. Вот, я в Маверике. Спасибо. Ну ты урод, Сань, ты урод. Что такое? Чего он в меня стреляет? Доки. Катя, кинул куда. Братан, сними с меня, пожалуйста, наручники. Подойди ко мне. Да ну, как я подойду? Одному стреляю, ну, другому. Сиди на ручниках, братиш. Я в Маверике сижу. Да? Маверик, ой, этот пропал. Не, Лёха, это не судьба, просто сегодня уже ТРПшку сделать, понимаешь? Не, не поехали. Сегодня. Куда поехали? За мной. Это всё, Лёша, дурачок. Да, Лёша, сейчас помогу. Сядь, пожалуйста, сюда, долвака. Сейчас долвачко. Помогут. Садись. Сейчас мы полетим, возьмем Крагобоб. Боб Карта? Сядь, пожалуйста. Да пока, подожди ты. Мне... Оп, смотри, мне дадут Крагобоб, а тебе нет. Я его сейчас солью. Опа! Иди-ка. Блять, у меня птичек нет. Лёш, есть птичка? Птичка. А, понимаю. Где он? Дай птичку, пожалуйста, Саш. Не тот. Чатлок надо открывать. Лёша, это все из-за тебя, ты понимаешь? Ты своими смс-ками тянешь свою же РП-шку. И при этом нас задерживаешь. Во-во. А чем бы ты сейчас занимался, вот скажи мне. Братан, дай хилку, пожалуйста. Кого тебе дать? Хилку. Аптечку. Да, мы тогда просто не знаю, как закупились, брат. Лёх, а ты мне скажи, в чём вот вопрос вообще? Ой, проблема? Вот, писать что угодно, да? А потом написать команду просто /c, пролистается чат и все. Все, я забыл об этой функции. Так, ну, пожалуйста. Я сегодня целое утро это писал. Я думал, ты типа позвони кому-то. Все, погнали, быстрее. Все, начинаем. Начать фрапс. Я вас вижу. Так, все, я начал фрапс. Бодя, иди сюда. Бодя, иди ко мне. Иду. Куда идти? Быстрее, за мной. А я в Америке, да, сижу? Да. Слышми, заходит в ангар завода КАС, направляется к сотруднику. Катя за воротами стоит. Проходит. И стоит там. Завода достает. Телефон показывает. Заказ. Я жду. Сотрудник КАС проводит Алекса и контейн. Сим заказ. Тихо. Алёха бежит, пацаны, текайте. Сядьте, пожалуйста, прошу вас. Офайтесь, пока не могу. Сотрудник КАС показывает Алексу на верхний контейнер, в котором лежат двери для бюро. Спасибо. Идите, слышишь? Второй в маске Мексика. Иди, цепляй. Эти контейнер. Так, смотри, я сейчас по РП спущу трос. Ты подкрепишь /me и зацепил с одной стороны, и потом с другой. Пойдем. Это мне делать, да? Это Киря сейчас делает. Киря, давай. Чё, кого? Что делать? Такого ещё не называли. Подожди, /me. Подцепил две... Сейчас, подожди. Залезь на контейнер. /me, нажал на кнопку. На приборной панели. Я не залажу, Лёх, я не могу залезть! Разгон возьми. Подожди. Разгон возьми. И до того, как подойдешь. Опа, залез. А этим самым спустил трос. Подожди. Да, боже, подожди. Да, я залезу. Да есть! Где дырочку? Есть. Дырочку. Не, короче, я так тебе просто прицеплю, понял? Хорошо. Протянув руки...
Схватился за трос, зацепил его за крепление на контейнере. Трос чего закрепил его? Закрепление? Да, закрепил его на... И потом быром летите в офис. Крепление... Пока... Крепление на вертолете, да? Угу. А, не, стоп. Нет, ну... а слышь, мисс...